Прикладная кинезиология – это действительно очень прогрессивное направление, которое позволяет на сегодняшний день достаточно точно, неинвазивно поставить правильный диагноз. Уберечь пациента от ненужных инъекций, ненужных операций, от ненужных обследований, в конце концов. И это позволяет сберечь здоровье пациента и выйти на первопричину проблемы в наиболее короткие сроки. А значит, кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит. Весь накопленный теоретический материал мы апробировали в наших центрах реабилитации и кинезотерапии. Этот курс у нас сложился в единый концепт, который мы назвали «Пропедевтика прикладной кинезиологии». Этот курс состоит из следующих тем. Ну, в первую очередь необходимо освоить мануальное мышечное тестирование. Что такое тестирование? Как его проводить на различных мышцах? В течение 4 семинаров мы логично встраиваем мануальное мышечное тестирование в процесс работы с конкретными проблемами, конкретными нозологиями, конкретными жалобами пациента. Цепи. Цепи туловища и нижних конечностей, цепи верхних конечностей. Как обследовать, как диагностировать нарушения, какие нарушения мы можем обнаружить и как их корректировать. Визуальная диагностика. Целый семинар посвящен визуальным критериям нарушений статико-динамического баланса опорно-двигательного аппарата и мышечной системы. Мы с нетерпением ждем вас на наших семинарах и надеемся, что вы их так же полюбите, как и многие коллеги до вас.